Якутска, добрый вечер. Конечно, не полноценен. Кеша, ты что делаешь? Ну мы же это модная команда. Это как в Инстаграме бумеранг. Ты дурак, старался. Пацаны, а почему всегда выступление вот так начинает? Потому что у тебя одной ноги нету, не в теле. Блядь, что ли? Давайте, ребята, что не поменяем в натуре команды? Давай, давай, давай. Да не так! Да Кеша, все, давай, вернем все обратно, давайте. Что смешного? Просто я в этой команде самая светлая голова. И самая старая. И актерка у тебя слабая. Вы говорите, нет актерки. И старый стал. Согласен. Не гудоперчив я, как Вовка. Не так, как Виталька я смешу. Не так красив, как Федя Гольдер. Шучу, ребенок, ты урод. Я не пою, как наша Ира, но одеваться так могу. Стою за тумбой, похудел. Я стал не смешным и постарел. Нет актерки, но есть проблемы пострашней. Ведь бабы тоже нет. И на секундочку, мне скоро 30 лет. Эремей! Эремей! Видишь его? Эремей! Запомни его, вы в одной команде будете играть. Давайте начинаем. Встречайте перед вами северный край. Все, мы готовы. Сборная Якутска, начинаем нравиться друг другу. Ну что, дорогие друзья, представьте себе старик-хулиган. Представьте себе, гаишник узнал, что его дочь не поступила. Дальнобойщик узнал, что его дочь не поступила. Ночные клубы ходят абсолютно разные девушки, но такая ситуация может случиться, когда туда приходит очень стеснительная девушка. Подойди поближе, детка. Давайте пофантазируем. Представьте, что в одночасье исчез бы WhatsApp. Привет, привет, привет. Ребята, ребята, срочно всем раздайте сообщения. 10 людям, а то умрем, все умрем. 10 людям обязательно. О, дядя Витальке больно, больно, больно. Мне вообще 16, что я тут делаю? Так, успокойся, вот тетю Любу разбудил. Тетя Люба, здравствуй. О, вот так. А почему дядя Геша нас молчит? О, вообще бухало. Все, короче, я пошел. Ты куда пошел? Опять из семьи уходишь, да? Постоянно, а? Ты почему уходишь? Ты что, что? Обеспокоить поставил на год. Ну, а сейчас один из наших любимых номеров. Встречайте, настоящие якутские богатыри! Yeah.
Смотрите, братья, девчонки красивые ходят. Погоди-ка. Братья, братья, можем мне тоже посмотреть? Пожалуйста, хотя бы чуть-чуть. Но только чуть-чуть. Эх, хорошо здесь, останемся. Что-то тяжко мне, братья. Запаску сними, дурак. А, точно. Молодой еще. Че, ребенок? Ну, я тоже останусь. До свидания. Буквально месяц назад мы командой в социальных сетях очень много говорили о том, что нас покажут по Первому каналу. Вот, как вы все знаете, нас не показали, но мы тоже смотрели. Давайте посмотрим, как это было. О, ребята, жестко волнуюсь. По Первому каналу. Ждали, ждали, ждали. Привет. А я-то куда-то говорить, что ли? Родственники. Вон, молодец, теперь я говорю. Эй, пацан, я еще по Первому каналу буду показывать. Да давайте вся лига, идите сюда. Дорогие друзья, мы продолжаем наш заключительный вечер 27-го международного фестиваля команд КВН «Кивин 2016». Продолжаем. Сборная Пензенской области, команда «Сура». Мы же перед ними. Зря с Чебурдаха приехали. Мальчик, иди. Почему так? Может, после нее всех покажет, нет? Давай. Никогда не давайте свой телевизор на реквизит своей команде, дорогие друзья. Но на самом деле нашу команду составляют представители разных команд нашей лиги. И надеемся, сегодня фестиваль откроет много новых лиц, и наша команда станет еще больше и сильнее. Спасибо, всех с праздником весны и с фестивалем!